Приветствуем всех на нашем канале sad.bel. Сегодня представим вам еще один интересный сорт, достаточно популярный у нас. Для любителей мелкоплодных яблок. Это одновременно и декоративный сорт, и плодовый. Данный сорт кряб расшифровывается как красное райское яблочко. Крябы широко распространены в Великобритании, в Англии. Вот так они выглядят. В нашей коллекции достаточно много декоративных яблонь мелкоплодных. И плодовых, и мелкоплодных, и декоративных, чисто, без плодов. Но в данном случае вот этот сорт кряб, нами он получен, был от селекционера Евдокименко в свое время. Он считается самым крупноплодным среди мелкоплодных. То есть его размер, ну, порядка 40-50 грамм. Вот так они выглядят, как вишенки, нарядные. Здесь уже частично сняли их с дерева. Ну, вот местами еще сохранились ветки, буквально завязывает ветками. Гроздями, точнее говоря. Очень нарядно смотрится на дереве, очень цветет красиво весной. Поэтому выполняет, получается, две функции. И декоративный сорт, и плодовый. Вот. Вот из этих яблок в начале августа мы их собираем. Получаются отличные компоты, варенье и джемы. За рубежом вообще считается, что джемы и компоты должны быть именно из мелкоплодных яблок, так как они наиболее ароматные. Имеют какой-то свой неповторимый вкус. Поэтому в основном для этого мы их используем. Ну, давайте еще раз посмотрим на плоды. Сорт кряб. Крэб по-английски. Вот так они выглядят. Сейчас попробуем. Мякоть золотистая, очень нежная. Как видим, внутри сплошной сок от семенной камеры. Буквально идет полностью соком налитое яблочко. Очень приятная, кислоты не ощущается. Вполне десертная. Яблочко, которое очень неплохо кушают дети. В этом году оно отличного вкуса. Может быть, дети кушают, потому что размер такой детский. Но данный сорт нам очень нравится. Хорошо растет. Хорошо урожайно плодоносит каждый год. Отлично и красиво цветет. Вот. Данное дерево на семенном подвое. У селекционеров в основном в ходу семенные подвои. И данному дереву возраст также порядка 7-8 лет. Хорошо растет. Отлично ежегодно плодоносит. Если вы хотите побаловать свою семью раечками, сделать душистые ароматные джемы и компоты, то данный сорт вам будет очень хорошо для этого подходить. Спасибо за внимание всем, кто смотрел это видео. Если вам данная информация была полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы будем в дальнейшем освещать садовую тематику. Задавайте вопросы в комментариях, и мы обязательно на них ответим. С вами был садовый канал sad.bel. Привет из солнечной Беларуси. 9 августа. Всем спасибо. До свидания.